Добрый день, мы с вами на канале Топсад, и сегодня поговорим о выращивании зелени в палетах. Знаете, иногда получается так, что посадил петрушку, и когда она вырастет, проходит очень много времени, сорняки ее забивают, и непонятно, что вырастает. Вот мы пользуемся палетами, и сейчас в палетах выращиваем руколу, базилик, немного петрушки. А здесь укроп и салаты. Что хорошо и удобно при выращивании зелени в палетах? Во-первых, сорняки не забивают зелень. И вот когда зелень достигает уже вот такого роста, можно сделать следующее. Берем вот такой фломастер и снизу, выталкиваем кубик с зеленью. Вот получается такой кубик. И потом идем на грядку, делаем дырочки и этот кубик сажаем. Зелень быстро растет, развивается. И, а мы готовим уже следующую палету. Закладываем второй и третий палеты для последующего выращивания зелени. Хороших всем урожаев, много зелени, хорошей погоды и удачи на даче!